Сегодня мы на сибирском замесе. Новые соревнования для города. Такого еще не было, я в таком еще никогда не участвовал. Но как универсальный солдат канала, я готов попробовать сегодня. Посмотрим, что это такое, что это вообще за соревнование. И набью синяков и шишек за вас, чтобы вам не пришлось. Все, поехали. Сибирский замес – это абсолютно новое состязание, которое сочетает в себе элементы телевизионных шоу со звездами, борьбы, да и просто веселого проведения времени на свежем воздухе. И плюс у вас найдется повод помериться силами своими друзьями и подвигаться. Вообще сейчас есть социальная проблема в этом плане, что сейчас малоподвижный образ жизни захлестнул молодежь, и как бы молодежи нету в залах. В спортивных залах очень мало молодежи. И поэтому хочется хотя бы через систему шоу как-то людей подтянуть, показать, что в принципе можно заниматься спортом. Состязание состоит из нескольких замесов, а каждый замес состоит из нескольких дисциплин. В дисциплине «Прорыв» нужно преодолеть 5 блокирующих и добежать до зачетной зоны. Пристанище вас ждет бой на покрышках, а дисциплина «Тягач» говорит сама за себя. Какие тактические моменты можете подсказать, чтобы выиграть здесь? Конкретно в этой дисциплине, да, или вообще? Вот в этой. Хорошая обувь, чтобы было сцепление так, хорошее. Уже нет, все, у меня не та обувь, к сожалению, это моя проблема. Ну и сила. Состязание действует правило. Швыряй, толкай, тащи, но победи любой ценой и без фанатизма. И запомни, сила в состязании не всегда занимает первое место. Часто любую из дисциплин можно выиграть тактически. Цель этого соревнования – это взять покрышку в своей зоне и донести ее до зачетной зоны противника. Победа! Весовые категории здесь абсолютно разные, поэтому тем интереснее на этим наблюдать и интереснее участвовать. В общем, надели вот эту штуку на меня сейчас. Сказали взять колесо и тащить туда. Мне это сейчас не нравится уже. На старт! Внимание! Поехали! Давай, тяни! Все, удержи его, занеси, подмал, удержи! Давай! Все, остался последний раунд, это битва на покрышках. Кто сейчас побеждает, тот и побеждает. На старт! Внимание, поехали! Молодец, я делал все, что мог для вас. Простите. На этой дисциплине победа! Уильямсы! Ты третий! Черт. Я третий. Серьезно? Дисциплины каждого сражения балансируются, поэтому быть мастером во всех не получится. Специальная подготовка для состязания не нужна. Принять участие может любой желающий и одержать победу. Если у вас есть пара резиновых покрышек, 10 отбитых друзей и еще какие-то приспособления, вы можете вполне организовать такое же мероприятие, повеселиться, а я пошел забирать свой приз.